Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ala halal family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Insane UAE Training Camp Episode 3 for Brother Habib. So stay tuned. We're going to get started with that video just in a couple minutes. Welcome back, guys. Inshallah, we're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Ассаламу алейкум. Как ваши дела? Сегодня среда. Какое число? 14 октября. Осталось 10 дней до боя наших братьев. Ребята в хорошей форме. Сейчас идет период уже сгонки веса, да, диета и так далее. Напишите, оставьте свои комментарии, пожелания перед предстоящим боем. Ребят, так скажем, смотивируйте их. Меня ты снимай на камеру, на туре ты. Лишние вопросы не задавай. И на замену, я говорю, Седу контракт не нужен, он через сетку. Тогда я просто настроен был, Камал. Пацаны же видели, я как зашел туда. Кроссовки ты же завязал. Да, они какой планировал, вообще не планировал. Просто что-то... Мирный, умный человек, мирное время готовится к войне. Понял, да? А, запиши где-нибудь. Просто предчувствие было здесь. Хочешь мира, готовься к войне. Что-то назревает. Не так, как и последствия. С кайфом сел бы я за эту ситуацию тоже. Рассчитайтесь. Внимание! Халидин, шаг вперед! Выходи сюда. Идем до сюда, ты же младше меня. Если хочешь, я сам тоже могу подойти. Повернись. Официальное подписание Мавлюдина Хайбулаева Дарью Лайне. Подожди. По традиции, подержите, да, чего вы начали. Все, много не надо. Все, Мара. Сара, может, тебе остаток дать? Футболку. А! Да-да, честно говоря, я зря ему перед своим спаррингом дал даже. Потому что знать, что на меня нападать здесь. Тоже в строю теперь. Ощущение, сейчас спарринг будет, Хабиб. Чуть попаду. Сейчас нападу. Мавлюдин, сейчас у него бой будет. У него простой из-за ПФЛ, за то, что они турнир не проводят. У него сейчас бой 27 ноября здесь, в Абу-Даби, на UAE Warriors. И потом, в начале следующего года, скорее всего, ПФЛ ему сделает бой. Ну, когда у них турниры будут. Я точно не знаю, когда у них турниры. Вроде бы говорят, в начале следующего года. Что еще сказать? Зрелищный боец. Да, очень зрелищный боец. Долгое время мы с этим тренируемся. А делаем спарринг? Самое главное, стабильно, чтобы пахал, и результат будет. Он сейчас настроение, понял? Адреналин, кровь пошла у него по телу. Сколько лет ходил на борьбу? До 11 класса ходил. 11 лет что? Я не знаю, вот так подеть сюда, туда. Нет, в зал сколько ходил? Мимо, понятно, в зал сколько ходил? Нет, в зал тоже ходил, брат. Ага.
Русские тренировочки тоже заканчиваются. Скоро начнется. Ой-ой-ой. 2-3 схватки. Не принуждающие. Между схваткой, например, 5 схваток есть. 2 поборолся, 1 отдохнул, еще 2 поборолся. Потихоньку надо втягивающий режим. Понял, да? Так что без этого никак. Конечно, боюсь, и высоты, и змей боюсь, больше ничего не боюсь в этом жизни. Это, брат, это не мое. Змея укусила, да? Не, это именно хорошо, что мы с ним. Да сиди, ее морда дошла, говорит. I увидел ее. Встал, упал. Он бойжет под ногами. Хорошо, что... Yeah, as I said in the previous videos, it's always nice to see them, you know, having fun because it brings that stress level down, especially, you know, when you're preparing for a fight and they got around 10 days left. And I guess this is Brother Khabib training the other fighters for other leagues. I think one of the brothers that he said they signed up with Gorilla Energy, he's going to be fighting in Abu Dhabi under, I think, the Abu Dhabi Warriors or something like that. So that's outside of UFC, how these guys start out with different leagues and then slowly work their way out to the UFC. But it's always... nice to watch these videos. I'm really, really excited. Inshallah, 10 more days to go, and we're going to be watching this fight and reacting to it as well, too. So if you guys like this one, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you'd like me to react to any other videos, please put in the comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care, and wassalam.